волосатом колпачке. Создан я на радость людям. Счастье ключ в моей руке. В зале не смолкают смех и веселье, радостные улыбки, восторженные и блестящие глаза маленьких жителей Кандышева вместе с разноцветными фонарями освещают актовый зал Дома культуры. На сцене ребят веселят знакомые всем сказочные персонажи. Чтобы подарить детям настоящий новогодний праздник, Центр дополнительного образования региона пригласил исполнителей эстрадно-джазового вокала и творческие коллективы. Для маленьких зрителей со сцены звучат песни и мелодии из известных сказок. И главные герои праздника, Дед Мороз и Снегурочка, не остались в стороне. Мне очень понравился этот концерт. Я очень повеселилась, танцевала с Буратиной, Белоснежкой и другими сказочными героями. Сегодняшний концерт мне понравился. Мы сегодня танцевали, плясали. Были разные песни из разных интересных, очень интересных мультиков. Там был Буратино, Белоснежка, там был концерт. Они пели и танцевали. А вы пели вместе с ними? Да. А танцевали? Да. Все друзья ребят в сборе. Сегодня у них в гостях Красная Шапочка, Баба-Яга, Маша и Медведь. Дети не просто наблюдают за представлением. От веселых песен малыши просто не могут усидеть на месте. Впрочем, концерт вызвал улыбку и долю позитива не только у детей, но и у взрослых. Сказочное представление детям очень понравилось. Было много сказочных героев. Дети были в восторге. Они радовались. Соответственно, мы тоже были рады. Концерт был очень интересным. Понадобился не один день, чтобы ребята заранее выучили новогодние стихи и научились танцевать. Но вот настал их звездный час, когда можно продемонстрировать результаты стараний. Что за праздник у ворот? Новый год, Новый год, кто подарки донесет? Это Дедушка Мороз. А ты знаешь стих? Дедушка Мороз придет, мне подарок принесет. Расскажу ему стишок, получу конфетный мешок. Заведем хоровод, дружно встретим Новый год. Стоит она нарядная, совсем не заурядная. Вся роскошь красивая, зеленая и счастливая. Благотворительную акцию к Новому году Центр дополнительного образования проводит ежегодно. Правда, это их первый новогодний утренник в новом Доме культуры. Поэтому можно считать, что сегодня у детей и у взрослых двойной праздник. Ежегодно мы посещаем реабилитационные центры со сладкими подарками. Также персонально, стационарно идем к детям, к сожалению, детям-инвалидам, ограниченным физическими возможностями. Дарим им подарки, достаточно, скажем, их желания мы исполняем. Нам сказали, что деньги, за которые мы покупали билеты, пойдут на благотворительность детям, которые в данный момент не могут прийти на концерт, чтобы у них был какой-то радостный момент. И несмотря на то, что представление уже проходит к концу, для этих ребят волшебная сказка закончится еще не скоро. Лейла Гайсанова, Мухаммед Миржоев, Новости 24.